Всем привет! С нами недавний победитель первых международных игр для России спустя довольно-таки продолжительное время. Игры в Венесуэле Алба. Яна Носкова, победитель этих игр среди женщин. Собственно, изначально еще до твоего триумфа мы договорились заснять по поводу Глейзер, да, накладки. Уже первая часть, надеюсь, вышла с Артемом Двойниковым. Вот. И было интересно какой-то сделать контраст. То есть что-то мы там с Артемом не успели сделать в целом, просто чтобы, скажем так, сильный мужчина, сильная девушка, чтобы разные стили игры и сравнили вот как раз вот разные подходы к накладке Глейзер. То есть у нас сейчас получается, я на свою деревяшку наклеил 0.9C черную и обычные глейзеры красные. То есть вот Яна сказала, что она уже себе заказала несколько пар... Обычно. Тоже глейзер. А, только обычные, только да? Только обычные, но здесь я не заказывала. Которые приближены, потому что вот ты играешь сама Дигнисом 0.5, да. И как раз вот глейзеры, они обычные, они приближены к 0.5, а глейзер 0.9C, они, собственно, к Дигнису 0.9C приближены. Так что я думаю, как раз, может быть, фокус сделать на том, чтобы ты сравнивала глейзеры обычные, да, то есть как раз со своими Дигнисами, и какие-то вот элементы, которые... Ну, вообще, в плане, вот, глейзер хотела от Energy 19 слева поменять на глейзер. Ну, вот, изначально, когда заказывал, то есть, ну, я не знаю, у меня Дигнис справа 0.5, ну, нравится. То есть, я его поставила полтора года назад, и реально работает. Вот, а слева, кажется, постоянно, что хочется доработать. Сначала было от Energy 0.5, думала, 19-ю поставили. Поставила 19-ю. Ну, как бы сейчас по результатам все устраивает, да, грубо говоря. Но кажется, что особенно в HMD, да. Но как бы хочется чуть-чуть, может быть, больше плотности в мяче, как вот от Дигникса, но боюсь, что Дигниксом слева не справлюсь. То есть надо больше вкладывать будет. Ну да, там будет скорость. У нас больше скорость, как бы вот. Поэтому хочу попробовать, да, вот эту глейзер себе заказала тоже. Так что сейчас можем попробовать как раз. Да, да, давай. Мы уже, скажем честно, мы уже сыграли матч на счет. То есть какие у тебя впечатления? Thank you.
Как плохо, господи, как плохо. Какие у тебя впечатления? Ой, от победы! Да, да, ставим какие-то фрагменты моих проигрышей в перекруте, да. Ну, насчет, допустим, честно, пока не поняла, потому что, во-первых, деревяшка, да, я там играю Харимото, а это Тима Бол. Вот, тоже, мне кажется, надо к своей деревяшке ставить, чтобы больше привыкнуть и понять. Но по вот разминке как будто было, что слева так хорошо скручивать, ставить, можно любой мяч вернуть. А по факту, когда играли на счет, когда ты крутил, я ставил, и у меня там то вау. Но это от не то, что не чувствую. А вот черные, которые 0.9c, очень странно, но им оказалось удобно бить. Я не знаю, как это возможно, потому что, типа, Дигникса 0.9c ударить почти невозможно. То есть 0.5 еще как-то можно, да. Вот, поэтому, короче, я сейчас такая думаю, блин, может, надо было 0.9c заказать? Ну, попробуй. Да, вот, там. Потому что хочу понять, но подача крутится тоже, вот, мне кажется, вот этим 0.9c нормально. Ну, конечно, да, сцепление. Нормальное сцепление, да. И вот, а красный прикольно подрезать. Я не знаю, я вот сколько раз срезала, мне показалось, что она достаточно плотная и пропиливает мяч. Ну да, было неприятно. Ну и слева какашку кинуть, мне кажется, любой, можно даже с ривером, наверное. Такую плоскую. Ну, да-да-да, нет, поэтому... да, тоже я тоже пару раз тоже ими закинул. Мы там менялись через раз. Да. Вот, и, собственно, почему на моей деревяшке пробуем, потому что я на завтра уже стартует четвертый тур премьер-лиги. Все болеем за УГМК. Ваш выбор. Я болею за красивую игру женскую. Вот. Хорошо, да, завтра получается старт в 10 утра. Я согласилась все равно, несмотря на то, что был тяжелый перелет, день его с перелета, сутки. Вот, несмотря на это все, она с нами сейчас тестирует. Так что попробуем слева тогда начало. Да, давай попробуем слева, топс. Мне надо быстрее лететь, чувствуешь? 0.9c, да? Это вообще. Ну, платье? Я говорю, черный прям летит. Опа. Не ту заказала, получается. Получается, да. Сейчас пробую тоже так сделать. Давай.
Ну, помедленнее. Хотя... Можете покрутить, я поставлю? Давай. Ой, как неприятно, как неприятно. Ужас. Это, вот эти вот приемчики 50 мира называются. Так она и есть. Это просто то же самое, что Dignus, только на пару градусов мягче. По концепции так же. 0,5 не липучка, правильно? Нет, вот 0,5 это как Dignus 0,5. Ну, должна быть. Мне нравится пить. Вот я... А вот так вот. Давай подрезку попробуешь, давай. То, что говорил. Начинай, что так просто пробуй. Пойдет? Блин, нормально, это вот красная была. Что, не очень? Я не понимаю, нормально как? Ты насчет того, что играл? Насчет того, что я вот так играла? Потому что насчет надо пробовать, а не вот так стоять. Нет, ну просто как бы дело в том, что тут ты играешь впервые, когда насчет тем более, то есть а ты как бы не чувствуешь. Наверное, не так. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ну блин, отдигни себя прямо тут поставил психану. Еще раз. Ой, хорошо. Нет! Я не умею так делать просто по надобности. Я просто... Это всегда импровизация идет. Раз мягко закрути сильно, а раз мягко не закрути. Попробую. Вот она та самая. Я не могу так делать, потому что... Как девочка, сделай первый ход. Как Маргарита, сделай. Я не знаю, Маргарита, Рита Петюхина. Маргарита Петюхина, если что. Сори. Я покажу Рите это. Мне нормально. Контрольно, блин. Контрольно, согласна. Вот а что я делаю вот так, мне здесь никакой контроль не поможет. Ну ты косо делала сейчас. Да, сильно. То есть я прям... Нет, тогда ты делал слишком косо, сейчас ты нормально прижимаешь. Там если в мяч нормально войти, то как бы будет хорошо. Это, ну, опять же, то есть вот как с Диннисом. Да, то есть прям не вошел в мяч, все, как бы пошел ты подальше. Да, да, да. Вошел, возрадуйся. Так, что еще? Давай коротко. Давай подачи себе попадай, попробуй подачи. Сравни. Сейчас на девице. Вложила душу все. Здравствуйте, плечо. Низ? Тысяча указаний в секунду. Пробуй все. Ой-ой-ой. Да, надо работать.
Ага. Обычный. Нормально подсказка была, видишь, сразу работает. Коч. И. Алле. О! 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 На души! Начитайте, пожалуйста, завтра на матч вот это. Наверное, не слушай со мной. Сейчас не очень сделал, согласен. Так могу. Согласен, не очень. Все, сделал. Хорош. Все, сдаешься? Так, ну что, вот мы протестировали глейзеры. 09C черная была и обычный глейзер на красный. Ян, скажи, наверное, по каждому элементу. Начнем с подвески самого простого. То есть, опять же, сравни две накладки. Ну, допустим, мне кажется, что после глейзера 09C больше пилы у меня получалось. Угу. То есть мяч больше как бы крутился, а от обычного, мне кажется, он чуть быстрее летел. Ну, я не знаю, это личные такие мои ощущения. Но именно в подрезке. То есть, и вот 09C коротко вообще хорошо. Угу. То есть я хотела оставить вылетающий, а я как бы оставляла. Ну, липкость вся она как раз. Да, еще... он, короче, липкий же, и поэтому, наверное, думаю, что да. А, хорошо, тогда подставка. Точно 09C. Просто у меня вообще им бьется просто почти по любому топсу. Конечно, по прямой тяжеловато, но он больше держит на ракетке. Вот, ну, не знаю, мне кажется... Менее контрольно? Потому что вот у нас было такое, что мы когда вот тестировали, получается, глейзер, он, вот опять же, более такой контрольный, но менее жесткий, поэтому получается, то есть, сложнее как-то вот усложнить. То есть, как бы от глейзера летит просто прикол в том, что 09C, он как бы мяч летит вот так вот, да, ходуном. Да. А глейзер, то есть, как бы ты куда направишь, туда он условно и пойдет, обычный глейзер. Ну, есть, вот, но зато если ты плотно 09C глейзером прям мяч попадаешь по сильному вращению ударом, он прям прижимается и быстро летит. То есть, от обычного глейзера ты вроде его прижимаешь, так же бьешь, но он чуть-чуть скорости меньше дает. Ну, это так. А, подставка? Это... Подставка была. А, накат? Или, в принципе, накат масла? Ну, накат особо я не тестировал. Ну, как бы это просто тогда, чтобы почувствовать. То есть я даже не знаю, как там, грубо говоря. То есть, а вот так по подставке, если вращать, вот 09C быстрее летит. Ну, то есть вот прям плотность от него больше. Хотя мне казалось, что да, там, что обычный должен быть как-то побыстрее, но от него прям медленнее летит. Я не знаю, может быть, еще от деревяшки, то, что мне непривычно, что деревяшка как бы другая, не такая плотная, но от 09C прям прикольно так летит, и не знаю, но как бы мне кажется, что, наверное, слева все равно липучкой, даже китайцы, блин, не играют. Ну, они Дигнисом, как раз в 05-м они играют слева, да. Да, то есть вот я не знаю, это... Артем Лоников играет. Не, ну, Артем Лоников легенда, он чем угодно. Машков легенда. Ну, Машков, это более легенда, то есть нет, но у нас вот... Юля Прохорова тоже какое-то время назад играла с двух сторон 09C. Сейчас 19-м играет, да. То есть, ну, как бы это, наверное, каждому по ощущениям, но в моем представлении, там, да, я много там времени типа, в Китае тренировалась, ну, и там никому, то есть все справа играют липучкой, слева всем ставят обычные баттерфляйски, то есть... Ну, да, то есть просто тех плюсов, условно, которые дается слева, не хватает для того, чтобы... Да, да, то есть не хватит. Я думаю, что если я поставлю, допустим, липучку налево, я где-то больше даже потеряю, чем выиграю всех элементов, которые хочу выиграть. Поэтому пока... Буду сама останавливаться на обычном глейзере, буду пробовать. Ну, наверное, по окончанию сезона не буду, наверное, я там на плоте как-то там новые накладки ставить. Вот, после окончания сезона буду присматриваться. Да, пока сейчас присмотрюсь, посмотрю. И, ну, вообще, я думаю, что пока что они же только вышли. Да? Ну, да. Они должны быть все достаточно свежие. Ну, все равно же, когда накладка подольше лежит там где-то, она уже... Подтухляется, да? Да, как-то так можно сказать. Вот, поэтому... Хочу посмотреть, вот, насколько сейчас вот мне пришлют, посмотреть, как они вообще будут. Будем пробовать. Хорошо, еще вернемся по паре элементов удары. То есть, опять же, интересно, в сравнении глейзера. По свечке? Да. Ну, вообще нет, ты как бы умеешь так просто, скажем так, по среднему мячу перебивать и по свечке. Да, ну вот мне кажется, что вот 09C было удобно бить,
То есть, и, наверное, даже обычным тоже было удобнее, чем, грубо говоря, Тенерджи. То есть обычный Тенерджи, который я бью. Вот, и плюс мне показалось, что скручивать проще. То есть у меня иногда часто бывают ошибки в игре, я чуть вверх там поделываю, и мяч в аут улетает. А тут я как вроде скручивал, я прям вперед лететь. То есть с диагонали вообще не было проблем. И то, и то. Угу. То есть и быстро достаточно как бы от нее отлетает. Угу. Интересно. Подача. Да, нет, не подача, да. Ну давай, хорошо, про подачу тоже, да. Подача вообще мне показалась, вот именно 09C, которую я пробовала, что больше даже вращения, чем то, что я Дигниксом 05 подаю. Mm-hmm. Правая, да, подача. А обычно, ну то есть она вот, мне кажется, примерно как от Дигникса 05 летит. Mm-hmm. То есть нет сильной какой-то разницы, мяч также крутится. Но единственное, конечно, я говорю еще раз, это деревяшка не моя, то есть надо чуть привыкать, чтобы длина была, то есть, ну, как вот это корректировать. А, да, вот хотел спросить про удары. Удар, сравнение глейзеров и Дигнис 05. Ты сказал, что лучше, чем Тенерджи бить, да. А вот если Дигнис пробирать, то так же? Ну, вообще Дигнисом как бы мало кто бьет, типа, ну, считается, да, что неудобно, да. Но вот я на последних соревнованиях начала пробовать бить справа. Мне нравится. Мяч летит быстро, и мяч летит вот такой траектории у него. Пару раз я получил. Да, то есть бывает. То есть, в принципе, вот глейзером справа я пробовала то, что бить нормально бьется. Вообще хорошо. Даже я не знаю, там, если на видео попало, где я с подачи Леши ударила. Ну да, там есть, ну, то есть вот, да, посмотрите вот эту вставочку обязательно, там как бы нормальный удар летит. И прикольно, что удар летит как бы на белую линию. То есть нет такого, что он вот сюда летит. А, ну, может быть, ну, за счет так, техники это, конечно, еще, но то, что проводишь мяч, и мяч его сюда летит, это очень важно, потому что, допустим, вот, мне кажется, от красного глейзера, когда я играла, ну, подставки пыталась сделать, он чуть-чуть сюда летел. Ну, то есть это получается, значит, надо еще больше рукой туда проводить, и он не вылетит, как бы, а будет реально попадать вот в эту часть. То есть, вот, ну, допустим, там, на сборах я часто на блоке, когда работаю, просто, да, стараюсь, чтобы мяч летел сюда. Потому что в игре это конкретно помогает. Ну да, да. И сопернику сложнее, неудобнее, сложнее. Потому что мяч летит сюда, часто натыкаются, ребра. То есть вот это, я сейчас в игре это вот, ну, как бы на тренировках как бы пробую. В игре, когда получается, вообще, всем советую. Но когда со мной играть будете, не надо так делать. Сюда подставляйте. Да, сами будете от Яны ловить. Удары и подставки. Удары, да. Да. Хорошо, тогда будет интересно как-нибудь... Через после плей-оффа, когда ты потестишь сама глейзеры, скажешь, как тебе, когда ты уже наиграешься. Да. Вот, так что спасибо Яне. Еще раз всех поздравляем с победой в Венесуэле. Желаем удачи за клуб УГМК на 4-м туре и на дальнейшем плей-оффе. Поделилась мнением, посмотрим, что скажет в дальнейшем. Артем Тихонов, TT Life, специально для компании Legray. Яна Носкова и коуч Алексей Жуков. Направил парочку ударов Яны в стол. Спасибо ему тоже. Всем счастливо, всем удачи. Все. Хайт тоже приветствуется. Взвешенный, аргументированный.